Почтить память погибших в афганской войне к новому памятнику у городского военкомата пришли сотни темиртауцев. Среди них воины-интернационалисты, родственники участников боевых действий в Афганистане, учащиеся школ, сотрудники городских учреждений и организаций. Среди приглашенных лиц и представители городского акимата, которые поздравили всех присутствующих с праздником. Дорогие ветераны войны в Афганистане, совсем молодыми ребятами вы уходили на войну. На ваши плечи легла непосильная ноша, но вы с честью и достоинством исполнили свой интернациональный долг перед Родиной. Сегодня вы, ветераны-афганцы, активно участвуете в общественной жизни нашего города, воспитываете молодежь. Пусть никогда не знают войны ваши сыновья, дети ваших близких и знакомых. Пусть все живут в мире и согласии. Огромное вам спасибо! Из Темиртау на афганскую войну в конце 80-х годов были призваны 336 молодых парней, 8 из которых погибли, и еще один до сих пор считается без вести пропавшим. На сегодняшний день в городе проживают 203 ветерана военных действий в Афганистане, каждый из которых уверен, в той войне они сражались не зря. Мы стояли у первоистоков с чумой 21 века, борьба с терроризмом и с другими фундаменталистскими течениями. И на сегодняшний день, будем так говорить, ученики, с кем мы воевали, сегодня являются костяком ИГИЛа. Я рад, что мы вернулись живыми. Память должна всегда оставаться о тех погибших ребятах, которые остались навечно молодыми. Афганская война длилась долгих 10 лет. За эти годы противостояния советские войска потеряли более 15 тысяч солдат. В основном это молодые парни, которые мужественно защищали рубежи своей страны. 15 февраля для них – это не просто дата вывода войск из Афганистана. Это день памяти и скорби. Было горько, больно, досадно, что столько ребят погибли в Афганистане, молодые парни, которые, наверное, и не познали любовь, и не целованные. Сколько было матерям, столько горя. Конечно, мы разделяли в ту пору боль, а горе не могли разделить, потому что это такая боль – терять своих сыновей. Завершился митинг возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам, которые торжественно открыли в прошлом году. Вечная память и вечная слава за то, что вы мир сберегли. Анна Калинина, Владимир Пороховой, новости Темиртау.